В эфире «Шансон ТВ» программа «Короткий разговор». С вами Катерина Голицына и вся правда шансона. Из нераскрытых, но крайне убедительных источников весь мир узнал об очередной сенсации. Найдены новые, до сих пор неизвестные ученым, манускрипты, содержащие предсказания на ближайшее и далекое будущее. Своей стилистикой и слогом, как две капли воды, похожие на изречение великого Нострадамуса. Наши корреспонденты связались с группой ученых, проводящих экспертизу таинственного документа, и сделали кое-какие записи и копии с некоторых катренов. Один из них, заинтересовавший наш телеканал больше всех других, гласит в переводе буквально следующее. 130 воинов и воительниц, оружие которых – язык души и сердца, прибудут со всех сторон света, чтобы в 130 вечеров добра и музы единый мир восстановить во счастье, здравие и мудрость людей, собираясь каждый месяц в доме величайшего из них. И вот, собрав в единый кулак все наши интеллектуальные резервы, мы попытались сами расшифровать загадочное прорицание. И пришли к выводу, что речь в нем идет ни о чем ином, как о проекте 130, проводимом «Шансон ТВ» в доме Высоцкого на Таганке. 130 воинов и воительниц, оружие которых – голос души и сердца – это наши любимые артисты. 130 вечеров добра и музы – это 130 концертов, которые запланировано провести где? В доме величайшего из них – в доме Высоцкого на Таганке. Надо ли напоминать, что проект 130 начался в 2012 году и представил на суд зрителей, как в самом зале, в котором, кстати, всего 130 мест – магическая цифра – так и телезрителям, а теперь уже и интернет-пользователям в режиме онлайн, уже 8 концертов. Первопроходцами были Вадим Кузема, Тимур Шаов, Павел Кашин, Сергей Куприк, Михаил Бублик, Катерина Голицына и Рада Рай, а также Ефрем Амирамов. Дом Высоцкого на Таганке. Символ сильный, конечно, значимый и для меня, как и для всех, кто любит творчество Владимира Семеновича Высоцкого. И если меня пригласили выступать в этом клубе, значит, я достиг какой-то кульминации своего развития, когда могу показывать свои песни и стихи в концертном зале со столь символичным и значимым названием. Знаковость места и значительность имени Владимира Высоцкого накладывает на артистов любого возраста, статуса, ранга и прочих синонимов звездности особую ответственность за свое выступление. Улети, улети, лебедь белый. За звездой своей синей, значит, сбудется все, все, что сбыться должно. Домашняя, уютная и душевная обстановка маленького зала располагает к доверительному, почти интимному общению музыкантов и певцов со зрителями. Теперь у меня вопрос к мужчинам. У женщины три возможности. Первая – всю жизнь прожить молодой. Вторая – выйти замуж за миллионера. Третья – стать известной актрисой. Что выберет женщина? Первая. Все концерты проекта 130 – это 100% живой звук, оригинальность исполнения, новое видение известных песен и презентации новых, неожиданных для репертуара того или иного исполнителя песен, искренний, идущий от сердца, из глубины души, диалог с аудиторией. Я теперь другая, и себя сжигая. Я не хочу быть просто другом, я не ангел, ты пойми. Я теперь другая, и любовь теряя, я так боюсь, что вместе с ней я потеряю этот мир. Проект 130. Всего 130 мест, 130 концертов, 130 лучших исполнителей. И вы, наши любимые зрители. Место встречи изменить нельзя. Дом Высоцкого на Таганке. 9 февраля цикл концертов проекта 130 в Доме Высоцкого на Таганке продолжат программой «Добрый вечер» Анатолий Полотно и Федя Карманов. Заказывайте билеты заранее. Звоните 8-495-639-5454. Поцелуй меня, удача, а
захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Вы смотрели программу «Короткий разговор». Ваши рассказчики Екатерина Голицына и вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку. До скорого! Телеканал «Шансон ТВ» и радио «Шансон» представляют. Проект 130 вновь собирает друзей. 9 февраля в Доме Высоцкого на Таганке. Анатолий Полотно и Федя Карманов в сопровождении эстрадного оркестра с новой концертной программой «Добрый вечер». Добрый вечер. Пусть останется тепло от нашей встречи. Начало в 19 часов. Заказ билетов по телефону 8-495-639-54-54. Присоединяемся к глобальному общению. Читайте нас в Твиттере. Поставьте лайк в Фейсбуке. Подпишитесь на канал Шансон ТВ в Ютубе. Шансон ТВ. Все будет онлайн.